Всем добрый день, добрый вечер, у кого как в какое время, да, скину видео. Сейчас 1 сентября, 16:53, я только что приехала с Леруа Мерлен, мне нужно было прям срочно купить розы, чтобы рассадить их уже в своем, как сказать, да, цветнике, вот. Сегодня 1 сентября 2024 года, ровно полгода, как я изменила свое питание. Прикреплю вот сюда видео, как я выглядела в начале марта, а потом вот уже как сейчас выгляжу я. Я думаю, уже не надо прикреплять, уже и так видно. Те, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Наталья, я с Волгоградской области, мне 35 лет. В этом году мне будет 36, я мама двух детей, и я набрала вес, даже, скорее всего, не в самом декрете, а перед тем, как вообще рожать второго ребенка, задолго до беременности второй, у меня уже был излишний вес, так как я перестала контролировать свое питание, даже не то, что перестала контролировать, я просто стала больше есть и перестала с этим что-то делать. Расскажу немножко предысторию, да, то есть мы хотели с мужем второго ребенка, но у нас, к сожалению, не получалось. И мне делали операцию по-женски, удаляли дермоидную кисту, делали все лапароскопии, но в любом случае проверили, вроде бы все хорошо. Все со мной нормально, то есть я прошла очень много врачей для того, чтобы родить ребенка, да, второго. И то есть много кругов всего, чтобы, да, своего рода, чтобы зачать и выносить. И, к сожалению, мне пришлось много пить гормональных лекарств, чтобы выровнять менструальный цикл, и поэтому вес начал набираться, ну, скажу так, да, мы же не поправляемся не от самих, да, таблеток, а от того, что повышается еще больше аппетит. Поэтому, то есть от таблеток, от самих никто не поправляется. Именно то, что поправляемся только от еды. А, соответственно, таблетки повлияли на то, что аппетит был зверский, еще пуще прежнего называется, да, и поэтому это у меня муж ворота закрывает. Угу. Поэтому сейчас я закрою окно, вернулась к вам. Поэтому у меня вот произошла вот такая ситуация, что набрала я вес хороший. То есть пошла я рожать второго ребенка, во мне было уже 127 килограмм. Но вернусь назад, то, что я как стала в 127 килограмм, так и пошла рожать 127 килограмм. С этого времени я не то что не набрала, я наоборот во время беременности еще сбрасывала, видать, свой вес, потому что я не ела много и, соответственно, вес начал немножко таять. Вот, так что, когда я родила, немножко оклемалась от, да, того, что ребенок чуть постарше стал, я поняла, что, ну, не то, что я себе не нравлюсь, я вообще себе не нравлюсь напрочь. И поняла, что вот эти диеты, все экстремальные худения и все остальное, это не мой вариант, потому что, во-первых, со вторым ребенком вообще немножко осознание других, как сказать, мысли, да, приходит, и немножко по-другому мыслишь в плане того, что ты уже взрослая тетя, и надо думать не только о себе, но и еще о своих детях. Еще и нужно твое здоровье, чтобы ты подняла, ну, даже не то, что подняла, да, слава богу, у меня есть муж, который финансово, да, это все делает, но в плане того, чтобы ты была рядом со своими детьми. Вот. И поэтому я поняла, что мне нужно что-то продумать, как-то все рассчитать так, чтобы вес начал уходить, но вреда моему здоровью, соответственно, не было. Что я первое начала? Во-первых, я первое начала пить витамины. Это первое, самое главное начало для изменения своего питания.
Не потому, что вы, знаете, сейчас на правильном питании, и у вас что-то вы не получаете. Нет, нет. А, поверьте, то, что я ела до этого, то, что я ела раньше, и то, что я ем сейчас, я считаю, что в этом питании, в новом, я больше получаю всех полезных микроэлементов, да, и витаминов, чем, например, раньше, когда я ела просто большую тарелку вермишели с курицей, то есть это была большая порция, значительная, и там мороженое на ночь, поэтому я там тоже особо ничего не получала, но здесь я немножко подход другой выбрала, что нужно витамины. Витамины сейчас меня сопровождают уже почти полгода. Это омега-3. Я обязательно пью, я нашла омега-3 для себя. Сейчас покажу, какие витамины. Это коллаген. Я пью, в принципе, уже третью банку. Это получается 6-й месяц коллагена. Сейчас я купила витамины для волос. Ну, опять же, не принципиально, да, какие, но думаю, что... И омега-3 я... Одна банка выходит на 120, получается, это на 4 месяца. То есть я вот, получается, вторую банку открыла. А дочь моя маленькая лопнула одну капсулу, и запах пошел прям рыбный. Значит, соответственно, что-то все-таки рыбное в ней есть. Все-таки не обманывают. Так, сами капсулы ничем не пахнут. И не определить. На самом деле это вот такие. Вот, поэтому вот такие витамины у меня. А, что я еще поменяла обязательно? Я теперь пью чаи разные. У меня до этого была чага с чабрецом. Сейчас я пью успокаивающий. И у меня до этого же из этой серии был витаминный. Здесь успокаивающий чабрец, мята, ромашка, лаванда. То есть также я, если какие-то чаи, соответственно, такие. И что еще? Баночка такая уже грязненькая, и она не от нее. Это гималайская соль. Я ее купила в Перекрестке. Розовая гималайская соль. То есть то, что я поменяла именно 100%, что я использую. То есть никаких обычных чаев, только травяные. Соль я использую теперь гималайскую, либо морская. Витамины обязательно пью. Это 100% каждый день. По поводу месяца я где-то пропила уже для волос. Но я честно скажу, что я не говорю именно про эту фирму. Скажу, что ну, результат, так как я употребляю эти витамины, скажу так, волосы стали чуть меньше выпадать, но я всегда наблюдаю так. Я приподнимаю челку и смотрю, если начинают маленькие пенечки торчать, то есть это значит новенькие волосики начинают расти. Поэтому все-таки какой-то небольшой результат есть, но опять же, я человек такой, который понимает, что ну, сразу все быстро не будет, да, даже месяц это все равно не очень много, поэтому сейчас пропью их, они на 2 месяца, и я хочу взять витамины, по-моему, называются Алирана, они идут день-ночь, там 2 цвета витамины, поэтому я буду в любом случае для волос пить дополнительно. Вот, смотрите, сбросила я за 6-й месяц 3 килограмма, сейчас я вешу 87 килограмм. Опять же, вот здесь я тоже прикреплю весы, сразу говорю, да, у меня есть электронные, но мне больше нравятся вот эти механические. Электронные у меня не очень ровные полы, вот это бегать с ними где-то вот что-то, они вот это прыгают, не очень мне нравится. Пусть они там досконально, до граммах показывают, но мне больше нравятся такие. Поэтому тоже прикреплю 87 килограмм, то есть получается 33 килограмма за полгода. В принципе, 3 килограмма, я считаю, что замечательно. Я не себя не изнуряю какими-то голоданиями. То есть я не мучаюсь. Единственное, конечно же, у меня все питание происходит где-то примерно с 11 до 6. Все, остальное время я не кушаю, но, соответственно, сейчас обед я пропускаю, но пропускаю, видео не снимаю, я перекусываю греческим йогуртом и фруктами. То есть у меня сейчас сезонные фрукты за окном, это изобилие персиков,
Без проблем. Сегодня я готовила сумасшедшие вкусные кексы ПП. Тоже есть рецепт на канале, шоколадные. Я 100% рекомендую. Очень вкусные. Единственное, не делайте моих ошибок. Не накладывайте их в формочку прям в склянь. Поэтому... А так очень вкусный, от банана, вот я даже взяла, пересмотрела, в какао есть ли сахар, нет, в какао не было в моем сахар, но они были очень сладкие, чисто из одного банана. То есть бананы у меня были на самом деле сладкие, и получился кекс очень сладкий, то есть я рекомендую 100%. Это очень шоколадный, и по вкусу, если вы не очень любите бананы, по вкусу вы не поймете, что там банан. Но в интернетах я находила именно... Добавляет муку, у меня овсянка, и многие добавляют в бананы просто какао. В моем случае я еще добавила творог. Я считаю, что очень вкусно, замечательно. А по поводу марафона. Я не ставлю прям, знаете, что вот мне этот марафон... Если кому-то я чем-то могу помочь, отлично. Если вы можете сами худеть, замечательно. То есть нету такого, что... А, я вот на ком-то, как мне многие там пишут, хочу навариться. Да не на ком я не хочу. Просто не хочу, чтобы человек, который даже захотел участвовать в марафоне, чтобы когда принцип таких, да, мышления нашего человеческого разума о том, что если мы даже что-то отдали взамен, нам уже жалко. А если просто так, почему бы и нет? Нам же чужой труд никогда не жалко. Нам только свое время жалко. Поэтому, когда человек даже эту 1000 рублей отдаст за марафон, он 10 раз подумает, хочет ли он бросать. Это тоже будет неплохая мотивация. А поверьте, я от ваших 1000 не обогатею, но, по крайней мере, я буду знать, что вас эта 1000 будет больше держать, чем, например, меня, да? Вот. Поэтому мое психологическое состояние сейчас, я вообще в таком состоянии кайфую, что, поверьте, поначалу первых несколько месяцев у меня были мысли, хорошо, ну сейчас я сбрасываю, а что дальше? А как удержать? А как вот если я захочу роллы поесть? А как если я захочу что-то покушать, но более вкусное? То есть у меня прям, я не видела реально света в конце туннеля. У меня прям были какое-то психологическое состояние, бывало временами, что я в каком-то ступоре, я не знала, что будет дальше. Как я себя буду вести... Как я буду вообще дальше, ну, худеть. И сейчас я четко понимаю, полгода я отлично сейчас для себя понимаю, как я удержу этот вес, как мне надо питаться, чтобы его держать, чтобы даже не сбрасывать. А вот сейчас я, в принципе, вообще вот в этом месяце я прям вообще чувствую, что я, ну, как сказать, в отличном состоянии питания в плане того, что вообще нету голода, вкусно готовлю, все вот. И в то же время 3 килограмма сбросила, я считаю, во. Значит, мне нужно что-то, да, сбалансировать такое вот, ну, как для себя определить. Я по ходу дела вам попозже сейчас, как только сброшу вот эти все килограммы, буду показывать, как я буду питаться, чтобы этот вес удержать. И, скорее всего, чуть попозже я, наверное, буду что-то делать с... даже не с формой лица, но, опять же, что-то такое косметическое, да, косметологическое, чтобы, ну как, я переживаю, что, конечно же, еще вот 18-17 килограмм уйдет, и, соответственно, может быть, лицо немножко поплыть в плане черту, да, четких уже таких, даже сейчас вроде бы все хорошо, но боюсь, что потом начнет немножко все не так хорошо выглядеть, как сейчас. Поэтому уверенность сумасшедшая, просто вот я хочу сказать, что такое ощущение, как будто два разных человека. Во-первых, я сегодня хочу померить вам джинсы, но, опять же, я их не мерила примерно лет 5. Я их обожаю, эти джинсы, я не знаю, налезут они на меня или нет. Это, знаете, будет трэш-контент, вот, я покажу. как это все на мне это будет выглядеть. Я купила себе, ну, наверное, вы, да, если кто-то смотрел мои шотсы, два свитера, ну, три. Два я забрала, третий не стала забирать, мне он не понравился, как на мне сидит. Забрала я, конечно же, синий и черный с барби. Ну,
Как мне дочь сказала, моя в 16 лет, она сказала: «Мам, ты в тренде. Ты мне тоже, если что, такой свитер закажи синий». Вот, но я скажу так, честно, я их урвала прям за копейки. Черный с Барби я заказала за 500 с чем-то, а синий 700 с чем-то. Сейчас смотрю, они, ну, вот синий, он поднял цену в 1,5 где-то вот так. Поэтому я немножко преображаюсь, купила спортивные штаны уже. Соответственно, я кофты беру где-то уже 52-го, штаны 52-го заказываю. То есть вот эта кофта, это не та, которую я изначально была в ней. Я специально заказала не без оверсайза, чтобы она была не такая большая, не такая длинная, не такая огромная. Вот. Мне очень нравятся эти штаны, я заказывала. Не знаю, сейчас, наверное, не будет, да, видно? А вот так, наверное, будет, да? Эти штаны я заказывала, они мне были прям в облепушку. Ну, сейчас они вот так. Кофточка просто похожа. Сейчас я покажу ту кофту. Вот она, вот это та. То есть они немножко разные. Это сердечком. Это Dream One. Я не помню, честно, как переводится. Может быть, мечты, не знаю. Вот. Но здесь тоже у меня что-то, да? Это я. Как-то она уже длинновата, мне кажется. Как-то более такая, вот, знаете, как бесформенная. Поэтому я не купила себе масло ши. Стараюсь тоже делать массажи. Делать, да, такие, чтобы лицо обязательно каждый день. Увлажнение, все. Сейчас у меня еще второй день очень сильная аллергия. Я брызгаю в нос, но пока что, как сказать, легче особо не становится, да, вот так опущу. Вот, поэтому, друзья, не бойтесь начинать, это в любом случае. Я такая думаю, блин, уже полгода прошло, вот я только начала. Но это состояние просто вот пребываю, вот я не знаю, мне очень нравится. Я начала с детём по всем детским комнатам, везде, на все вот эти карусели, на горки, везде лазить с ней. То есть, понимаете, я чувствую себя, вот честно сказать, как будто мне опять 18. Вот серьезно. Думаю, блин, зачем я столько лет носила этот груз? Вот серьезно, вот, ну зачем? Блин, эти... Я даже вот временами не могу себя оправдать никак, серьезно. Вот почему... Кому это нужно было? Ну, в любом случае, факт остается фактом. Друзья, не бойтесь начинать. Посмотрите на мое видео сначала. Посмотрите, как я выглядела. Это, да, это же не блин, это не шутка. Это, как сказать, да, не фотошоп, ничего. Вы видите, что какая я была и какая сейчас я стала. Я понимаю, что, может быть, сейчас еще не идеал, но в любом случае... То, что было и стало, это, конечно, два разных человека. Сейчас принесу джинсы, но я их даже еще сейчас найду, потому что я их еще не искала. Это я сейчас прям так вот импровизация. О, джинсы надо померить. На самом деле я даже как-то и не думала. Вот. Поэтому сейчас найду и вернусь к вам. Одну секунду. Ну, одела я эти джинсы. Честно сказать, я немножко, ну, удивлена. Скажу сразу, да, сейчас они сверху сидят на мне по одному, но низ немножко отличается от того, что было раньше. Сейчас увидите. Сейчас опущу. Опа. И, я думаю, видно. Сейчас, наверное, сейчас немножко. Я думаю, отличный ракурс. И вот, смотрите, как на мне джинсы. Из моей прошлой жизни. Пишите результат видео в комментарии, как вам вообще результат. Но я говорю, 5 лет не носила эти джинсы, потому что они мне просто не налазили. Давайте попробуем сейчас вот сюда. Сейчас. Как результат, как вообще вам
все это. Сейчас померю с новым синим свитером. Или давайте с Барби. Ну, вот, смотрите. Маленький экранчик, не особо понятно, видно меня или нет. Но в любом случае, пишите в комментарии. И до новых встреч уже первого... Что у нас там? И октября, во, точно. Пока-пока.